1 сентября 2008 года – дата начала активного развития факультета предвузовской подготовки ЮРГУ. Изначально он занимался работой профессионального ориентирования и готовил абитуриентов к поступлению в ВУЗ. 10 лет назад, то есть как структурное подразделение нашего вуза, на которое была возложена обязанность по предвузовской подготовке. То есть у нас есть физико-математическая школа, которая уже более 40 лет осуществляет подготовку по общеобразовательным предметам для школьников города Челябинска. С каждым годом количество школьников росло, количество абитуриентов росло, ну и, соответственно, с каждым годом росло и значение нашего факультета. За 10 лет факультет стал значимым для нашего вуза. Он реализовал много проектов и мероприятий, во время которых не обошлось без веселых историй. Мы открыты всегда для новых идей, поэтому очень много мероприятий направлено именно на интерактивное взаимодействие со школьниками. Но, соответственно, есть интерактив, там всегда веселые, забавные моменты. Ну, самый забавный момент это был 2 года назад на выставке в Интерсвязи, когда вывозили робота Ваню, который разговаривал на английском языком. Мальчик подошел лет 5 и сказал: «Мама, вы же мне такой из Франции привезли, да?» Мама говорит: «Да». Редакция новостей поздравляет с юбилеем факультет предвузовской подготовки и желает успехов в работе.